по контуру любви в Бобруйске новостройку украсил символичный арт-объект. Приглашаем всех к участию. Когда картинка заиграет красками? Со светом и красотой на оживленной магистрали появилась новая инсталляция. Это новая визитная карточка Бобруйска. Когда ждать новогодних украшений? А также спасти планету и ноябрьская сырость. Последний месяц осени закрепляет за собой главенство над погодой. Выглянет ли еще солнце? Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Виталий Гаврусев. Факты на стол. Александр Лукашенко выступил на Всемирном климатическом саммите, который в эти дни проходит в Баку. Глава государства емко и по делу озвучил предложение для глобальных действий по борьбе с изменением климата. По мнению белорусского лидера, первоочередная задача – перенастроить национальные экономики. В нашей стране эта тема в центре внимания, и мы готовы делиться опытом. Также Александр Лукашенко призвал оказать содействие развивающимся государствам для получения равного доступа к зеленым технологиям без ущерба для их национальных интересов. Третье. Мы сегодня уже столкнулись с ситуацией, когда новая продукция, новая, позиционируется как более экологически безопасная альтернатива, но в то же время наносит не меньший вред. Объективно нужны новые подходы к комплексной оценке потенциального воздействия инноваций на окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла данной продукции. Эти и другие направления требуют консолидации международных усилий не на словах, а на деле. Кроме того, на полях Всемирного климатического саммита Александр Лукашенко встретился с президентом Сербии. Глава государства предложил интенсифицировать отношения. Ряд вопросов развития двустороннего сотрудничества и перспективы совместной работы на африканском континенте белорусский лидер обсудил с руководством Зимбабве. Как с картинки в Бобруйске на фасаде жилого дома на улице Народного единства 18 появился новый арт-объект. Символичная композиция отображает и высокие ценности семейных отношений, и любовь к родине. На женской, мужской и детской ладони контур страны с надписью «Будущее Беларуси в твоих руках». Такие изображения уже есть в Молодечино, Гомеле, Жлобине, Пинске. Украшают здание в рамках республиканской общественно-культурной акции «Марафон единства». В Бобруйске торжественное открытие пройдет 16 ноября. В этот же день в 12 часов у Ледового дворца БРСМ проведет городской квест «Это все мое родное». А всем командам-участницам, которые представляют собой от 5 до 10 человек, мы предлагаем зарегистрироваться на сайте BRSM.by, где возможно пройти по ссылке «Город Бобруйск» и оставить заявку для участия в данном квесте. Также организаторы предлагают выполнить домашнее задание и получить фору в 20 баллов. Приглашаем всех к участию. Народный проект «Марафон единства» привезет в город атмосферу праздника. На Бобруйск-арене прогремит насыщенная концертная программа с сюрпризами. В театре драмы и комедии пройдет знаковая встреча. Среди звездных спикеров Руслан Алехно, Игорь Бокий, Вадим Гигин и Вадим Шепет. Еще больше огней. На Минской появилась новая световая инсталляция. Разработкой концепта занимался отдел архитектуры и градостроительства горисполкома. Среди нескольких вариантов оформления наиболее привлекательным оказалось использование белорусского национального орнамента. На изготовление арт-объекта потребовалось меньше месяца. Ранее уже была создана насыпь, появились насаждения. Теперь инсталляция украшает один из самых оживленных участков города. Это новая визитная карточка Бобруйска, которая будет притягивать взгляды жителей и гостей Бобруйска и передавать новое стремление к развитию вперед Бобруйска, а также радовать нас всех своей красотой, изяществом, символикой белорусского народа, орнаментом. Кроме того, Бобруйск активно готовится встречать Новый год. Сейчас начинаются работы по оформлению города к предстоящим праздникам, чтобы в 2025-м сиять еще краше и ярче. День на день похож. Ноябрь продолжает вступать в свои законные права и готовит белорусов к приближающейся зиме. Чем запомнится уходящий вторник и каких прогнозов ждать от климатологов, уточнил Роман Костюков.
Область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе, продолжила определять погоду в Беларуси 12 ноября. Ночью и утром в отдельных районах отметился туман, гололед и иней. Местами выпадали осадки в виде дождя и мокрого снега. Сильных порывов ветра не наблюдалось. Ноябрь этого года удивляет постоянством. Погода последнего осеннего месяца не приносит неприятных сюрпризов. Резких перепадов температуры, как и существенных осадков, не ожидается. Однако из-за высокой влажности воздуха ощущается сырость. Дабы не захандрить в такую погоду, почаще выбирайтесь из дому на встречи с родными и близкими. Землетрясение магнитудой чуть больше 5 баллов зафиксировано в районе Командорских островов на Камчатке. Толчки произошли на глубине 46 километров, а эпицентр в 52 от села Никольское. Сейсмособытие в населенных пунктах не ощущалось. В среду, 13 ноября, ночью в Беларуси ожидается без существенных осадков. В утренние и дневные часы местами пройдут мокрый снег и дожди. Местами слабый туман и гололед. Ветер неустойчивый, слабый. Столбик термометра в темное время суток от минус 4 до плюс 2, светлое от 0 до 5. Роман Костюков, Максим Калинин, Бобруйск 360. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!